В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости. В поздравлении президента Турецкой республики Раджеп Тайпа Эрдогана говорится. Уважаемый господин президент, дорогой брат, от имени моего народа и от себя лично искренне поздравляю ваше превосходительство и весь народ Азербайджана с Днем независимости родного Азербайджана. В эту важную и знаменательную годовщину Турция с чувством большого счастья сердцем ощущает справедливую гордость и волнение братского Азербайджана, чью печаль воспринимает как свою печаль, а радость как свою радость. Рад, что в соответствии с Шушинской декларацией мы с волей союзников укрепляем наши находящиеся на совершенном уровне связи, которые продолжаем под лозунгом «Одна нация, два государства». Искренне верю, что, как и в прошлом, наши совместные усилия, образцовая солидарность и несокрушимое братство в будущем также будут самым большим гарантом мира, процветания и стабильности в нашем регионе. Пользуясь случаем, желаю вашему превосходительству здоровья и счастья. Еще раз выражаю дружественному и братскому народу Азербайджана наилучшие пожелания устойчивого мира и благосостояния. С уважением, Раджеп Тайп Эрдоган, президент Турецкой Республики.